Афганістан, пам'ять у фотоздымках. У музеї історії друку і фотографії відкрилася персональна вистава гамільчаніна Андрея Феоктистова. На ній представлені унікальні матеріали з особистих архівів воїна-інтернаціоналіста, а так само його бойових товаришів, солдат і офіцерів. Заховані здымки унікальні тим, що вести дзённікі записи, а тим більш фотографувати в умовах воєнного часу заборонялося. Создавались вот эти все не официальными корреспондентами, а солдатами, офицерами, вот именно будни, да, вывозить, письма проходили проверку выборочную, ну а как вот, негативы просто разрезали, эти открытки присылали с дома и вклеивали туда вот эти негативы, вот так вывозились, вот у меня сейчас дома лежит коллекция таких негативов. Гэтыя рэдкія фотакадры, аматарскія здымкі, зробленыя ў гарнізоне, ў дарозе на заставе, дапамагаюць успомніць пра вайну ў Афганістане. Яна доўжылася 9 гадоў, 1 месяц і 18 дзён. Амаль 29 тысяч беларусаў воявалі на афганскай зямлі. З тых падзей прайшло больш за 30 гадоў, але памяць пра іх і боль аб загінуўшых жывыя. Это наша непростая прошлое, это наша жизнь. Это не только воспоминания. Но самое главное то, что мы здесь встретимся. Это повод для встречи. Редко это бывает, не только 15 февраля, но еще и выставки.